Блогеры из Китая прилетели в Приморье, чтобы рассказать своей аудитории о главных достопримечательностях региона. Основной формат их контента – короткие видео. Наша целевая аудитория – люди, которые любят путешествовать или просто узнавать больше о мире. Также благодаря нашим роликам зрители могут отдохнуть, отвлечься после тяжелого дня и перенестись в мир путешествий. Фам-тур – это специальное путешествие для китайских блогеров, которые показывают туристический потенциал Приморского края. Мы записали видео о том, что можно интересного посмотреть во Владивостоке на пешей прогулке. Еще мы были на море, там уже совсем другая обстановка, красивая, просторная, естественная среда. В роликах мы рассказываем, что нам удалось увидеть. В целом мы остались довольны, все понравилось, в Приморье очень красиво. Я хотел бы вернуться в Россию, чтобы посетить Приморье или побывать в других регионах. Первый после пандемии ознакомительный фам-тур для китайских контент-мейкеров организовал Международный аэропорт Владивостока при поддержке Краевого агентства по туризму. Следующая поездка для блогеров планируется осенью этого года. Юлия Рокотская, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.